Встречайте, пожалуйста, Игорь Маменко. Друзья, спасибо большое за прием. Вы знаете, сегодня практически все артисты разговорного жанра используют анекдоты в своих выступлениях. Я в этом плане не исключение. Сегодня их было немало, не повторится бы. Итак, пару анекдотов из анекдотов стран СНГ. Итак, приходит грузин к доктору на прием. Доктор. Раздевайтесь. Не понял. А что непонятно? Вы пришли к доктору, раздевайтесь. Дорогой, я еще ничего не успел сказать, ты уже ставишь меня в тупик. Знаете что, я доктор, я лучше знаю, что вам нужно делать. Давайте определяйтесь. Хорошо, дорогой, я сделаю, как ты мне сказал, только не нервничай. Раздевается полностью, стоит абсолютно голый. Доктор. Я вас слушаю. Я угольщик, уголь привез. Куда разгружать? Спасибо большое. Следующий анекдот на украинскую тему. Представьте себе, сорочинский ярмарок, украинец поехал туда, продал последнюю лошадь, купил бутылку шампанского Абрау Дюрсо, спрятал в потайной карман галифе, пришел домой, хохол настоящий, выпью сам, никому не дам, спрятал ее в крышу соломенную, уложил детей спать в 7:30, не терпит, даже выпить, все. Лег с женой, глазами шлепает, ждет, пока все уснут. Через полчаса ему кажется, что все уже уснули, перекидывает ногу через жену. Она понимает это по-своему, она думает, что он пристает. Текст такой: ты куда полез, ты, Казанова кривоногий. То не допросишь, по полгода лежит, как памятник, а тут приспичил. Лягай, давай, успокойся, еще маленький не спит. Ну, он успокоился, лег. Через полчаса опять перекидывает ногу. Та я тебя не узнаю. Что такое? То никогда, то всегда. Успокойся, я сказал, еще старший не уснул. Давай, успокойся. Он опять улегся, через полчаса еще раз перекидывает ногу. Все спят, как ему кажется. Он выходит во двор. Ночь, украинская, звезды, сверчки поют. Достает бутылку, она там настоялась, было очень жарко. Сорвал фольгу, откручивает. Опыта же нет. Он откручивает под давлением газа. Бабах! Вылетает пробка, эхо на весь двор. А самый маленький маме в хате говорит: вот эту маму, если бы вы не выпендривались, батько бы не застрелился.